Привет, друзья! Решил приготовить тушенку из толстолоба. Сейчас будем чистить, разделывать, подготавливать тушку к загрузке в автоклав. Поехали! Так, плавники, хвосты поотрезали щипчиками обычными, строительными. Голову тоже отрезали. Сейчас режем на кусочки по 2 сантиметра. Нарезаем. Так, кусочки нарезали. Сейчас их промываем. И даем время им стечь. Здесь у нас 7 килограмм. На каждые 2 килограмма 4 чайные ложки соли. Без горки. Можно даже не полные. В общем, 4 чайные ложки на 2 килограмма. Далее крышки уже прокипятили. Добавили 2 столовые ложки нерафинированного масла. И кусочки лаврового листа в каждую баночку. Далее в каждую банку добавляем по одной горошине душистый перец. Далее загружаем нашу рыбку плотненько до каемочки, чтобы сантиметр оставался. Так, сделали мы 5 банок, у нас с томатом идет, и 5-6 банок в масле. Сейчас будем загружать в наш автоклав. Все баночки отправили. Будем запускать. Так, ну сделали старт на 3,5 киловатта. Температура у нас будет 115 градусов. И готовить мы будем 40 минут. И ждем до полного остывания. Остыть должно до 40. Ну вообще до 60 говорят, но я до 40. Жду, когда остынет. И открываю, и будем пробовать. Но это, скорее всего, уже будет завтра. Ну вот, заказик готов. Такая вот сочная тушеночка. Красота. И одну баночку сейчас себе на пробу открою. Тушеночка, которая в томате. Пахнет вкусно. Разламывается. Кости мягкие. Будем пробовать. Приятного аппетита всем. Спокойной ночи.